Всем привет, друзья, с вами Артем, и мы продолжаем играть в The Elder Scrolls Online. И как вы видите, я его русифицировал. Да, и теперь мне будет намного комфортней. Так что мы сможем с вами заняться. Так, это зовет меня, да, противня. Так, говорить. Добро пожаловать на гнездо Кентари, друг. Ураган, должно быть, совсем сбил тебя с толку. Так много раненых и растерявшихся. Говори потише, постарайся не привлекать внимания. О чем ты говоришь? Разумдар здесь с одним деликатным заданием. Ты как раз то, что нужно бандарцам. С твоими кулаками и привлекательностью раза мы, несомненно, доведем дело до конца. Чем тебе помочь? С первого вопроса, откуда ты взялся? Складной гаруни. Царство Малагабала, он собирается вторгнуться в Тамриэль. Говоришь, лорд Даэдра? Ну, разонюхнул гунов, но ты чист, как океанский бриз. А если тебя об этом спросит кто-то другой, что ты ответишь? Я солдат Доминиона. Да, но лги увереннее, с серьезным лицом и близком в глазах. То, что нужно, самое то, что вписаться в происходящее. А то история с твоим неожиданным пулем вызовет подозрение, понимаешь? Почему я должен тебе верить? А ты не должен. Доверяйся своим инстинктам. Уходи, если хочешь. Никто тебя останавливать не будет. Или пойди с разом и помоги нам восстановиться, заработав авторитет и богатство. Выбор за тобой. Почему ты мне помогаешь? Потому что ты не солдат. Ты можешь поговорить с местными и убедить их, что мы не захватчики-мародеры. А сейчас пойдем. Попробуем не вызывать подозрений. Окей, погнали. Так, ты какой-то шустрый, Каджит. Давай-ка. Командор Каррен, можно тебя на минуту? Рада, что ты снова строил новобранец. Помнишь, раз упомянул отмель погибших кораблей? Необходимо провести там разведку. Большая часть наших владелей затонула к западу. Некоторые выжившие все же приходят со стороны отмели. Что конкретно тебе нужно? Мы схватили члена морских гадюк, который шпионил за лагерями. Эти пираты никогда не передвигаются поодиночке. Выясни, нет ли их на острове погибших кораблей? Если они там, то что они делают на острове? Разумеется, если найдешь выживших в крушении, помоги им. Окей, я тебя понял. Прежде чем отправиться на отель погибших кораблей, поговори с чародеем по имени Элсил. Изучи храм неподалеку, то что вернулся. Заявил, что знает бла-бла-бла. Короче, погнали. Нам, короче, говорит, туда. Да я понял, братья. Да. Погнали. Так, надо поговорить с Иосилио. Но Бранис хочет поговорить с тобой. Камень скорби. Он поразителен, не правда ли? Нам обязательно нужно будет оборудовать для него специальную комнату, когда вернемся в гильдию магов. Прости, что тебе нужно? Командир Коренит сказала, что ты вернулся из храма неподалеку. Да-да, храм скорбящих вод, древние каджитские руины неподалеку отсюда. Камень скорби, вот что мы обнаружили в одной из комнат. Как видишь, ее запас воды не исчерпаем. Зачастие морские гадюки. Ты о чем? О пиратах? А в древнем каджитском храме? Какая нелепость. Мы встретились нежить, которая напала на наш лагерь. Почему нежить напала на вас? Понятия не имею. Ну, то есть у меня есть аж 12 версий, но не совсем не такой увлекательный, как камень скорби. Возможно, это то, что... Это что-то типа древнего проклятия, обычно так и бывает. И все же ты можешь рассказать мне о морских гадюках? Надменные морские эльфы, пираты. Насколько я помню, они раньше не славились набегом на гнездо Кентари. Кинатри, прошу прощения. О, а еще у них есть что-то для змей. Но я уверен, что у нас обоих были важные дела. Прошу меня простить. До свидания. Так, пойдем за кошаком. Так, встретимся у статуи. Ну, давай. Вот видишь, тебе удалось стать своим. Теперь ты можешь спокойно уйти. Ну, как говорил Каджит, перед свалившимися с неба лежат большие возможности. Иосил хочет очень впечатлен своей новой безделушкой, но гнездо Кинатри находится в большой опасности из-за нежности. Если ты хочешь, отыщи храм скорбящих ход. Узнай, как сдержать мертвых, когда местные поймут, что мы союзники, а не завоеватели. Хорошо, что-нибудь еще? Киренит рассказал тебе, что флотилия потерпевших берегов гнезда Кинарии. Теперь морские гадюки похожатся в ваших танках наших кораблей. Странно, да? Теперь надо выполнить просьбу командующей исследовать побережье. Прояви себя перед солдатами. Куда ты направишься? В северной части острова меня ждет гораздо более приятная работа. Я направляюсь в Мистраль.
Встретимся там после того, как ты сделаешь то, что решишь сделать. Но пока пусть яркий лун освещает твой путь. До свидания. Окей, я согласен. Так, ну что? Пойдемте в ту сторону. Да, ребята, блин, ну реально красиво. Реально красиво. Внемли моим словам, ты в большой опасности. Что ты? Глупый дух, мои амбиции привели меня к этому. Но я не позволю, чтобы это случилось еще с кем-то. Книга, лежащая перед тобой, несет ужасное проклятие. Я сброшу двух. Ты ведь слышишь ее зов, да? Нет, я слышу только тебя. Но как? Ты достаточно силен, чтобы противостоять их зову? Можешь ли ты принести их к храму, чтобы закончить то, что я не смогла? Внемли моим словам. Эти фолианты хранят знания, не принадлежащие этому миру. Ты должен уничтожить их. Что мне делать? Проклятие, что лежит на каждой книге, поглощает душу, отправляет их в Обливион. Но если ты сможешь противостоять зову книги, собери их и отнеси к святилищу, чтобы жить. Где это святилище? На берегу острова Гнездо Кинатри, за городом Мистраль. В этом святилище всегда горит огонь. Тебе следует собрать все книги и тотчас отнести их к святилищу. Неважно, насколько сильным ты себя считаешь, боюсь, книги сильнее тебя. Окей. Шедевр магии плоти. Ну, тут, конечно, на английском это все читать я явно не буду. Книга интересная, читать ее, конечно, не буду. Это что было? Что? Что это? Да, что это? Нет, я лишь хотел сделать что-нибудь прекрасное. Да, ну ладно. Так. Давайте посмотрим по карте. Проверить морских гадюк. Угу. Исследовать нападение нежити. Ну давайте что, на нежить пойдем первым делом. Так. Помогли, погнали. Опыт нам дается, это очень хорошо. Так, ну что у нас тут? Слушайте, далеко идти? Собрать ритуал резонанса. Угу. Блин, здорово, так как все. Так, инвентарь, у нас есть какое-то ограничение? Да, есть. Лимон украден. Морковный суп украден. Ага. Я пока не осматриваю деревню, друзья. Но пока мне все тут очень нравится. Я хочу повыполнять несколько квестов. А как убрать? Можно как-то убрать? Так, мы идем на темное святилище. Не верь ей лжи. Что? Так, нам туда. Это игрок. А это его питомец, я понимаю. Окей. Так, там пастух стоит. Не верю лжи мне сказать. Пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Учитель жизни в опасности. Я участвую в экспедиции Длинного Моря. Когда мы осматривались храм скорбящих, вот мертвые начали вставать. А сразу бежали, но мой учитель так не появился. Леон научил меня, когда лучше просить помощи. Что ж, я прошу помощи. Что мне нужно сделать? На храм нужны два магических оберега, помещение скорпиона и паука. Если сумеешь отгонять мертвецов, пока я разрушу обереги, сможем найти Рулеона вместе. Как тебе план? Хорошо, я помогу разрушить. Без сомнения, Рулеон может защитить себя, но если оказался в ловушке,
нужно освободить. Зачем пришли в храм? После крушения нам с учителем почти что нечем было заняться, когда местные упомянули храм, где никогда не секают фонтаны. Мы решили не упускать в этой возможности и отправились исследовать его. И Элсил, конечно, настоял, что проведет нас. Элсил изучал камень скорби и местечко под названием Орлиное Взморье. А значит, ты видел его? Учитель зовет его Суилом из-за какого-то неудачного эксперимента. Камень скорби, который ты видел, появился из этого храма. Элсил Господа забрать его, прежде чем мертвецы напали нас. Камень скорби, знаешь что-то об этом? Рулеон считает, что его можно как-то использовать, чтобы управлять погодой, может быть, предотвратить новый ураган. Элсил, конечно, был с ним не согласен. Он оставил нам то, что нужно изучить и дальше в Орлином взморье. Ну окей, пошли. Давай, руби. Так, да прекрати меня бить. Так. Где баба-то? А вот она. Окей, нам куда? Сюда куда-то, да? Не верь ее лжи, сказали мне. Наверное, мне про нее сказали. Почему-то мне так кажется. Так, а это что за камень? Ага, небесный осколок. Собрано две из трех частей. Я, кстати, такой же вроде видел в городе. Ну ладно. Ну, погнали. Какое замысловатое плетение. Уходить тебе здесь не рада. Что ты? Я тот, кого ты хочешь видеть во мне. Я меняю тело чаще, чем высокий эльф одежду. Однако их количество в этом храме накладывает ограничения на мой гардероб. Ну тебе такое какое дело, зачем ты явился? Мы ищем кое-кого по имени Рулион. Эх, имя моей новой оболочки. Плоть немного свисает, но сила костей напоминает мне о своих временах юности. А мантии, я уж позабыл, как это чувствуешь, шок недавно полученной плоти. Что ты ему сделал? Вступил в этот храм, а теперь просто посмотри на себя. Какая похвальная осанка. Я бы точно смог бы надевать тебя осенью. А Рулерион? Он отлично подойдет для полнолуния и новолуния. Рурелион должен быть отпущен тот же час. Не могу. Уйти или умереть. Мне все равно. О. Это плохо. Нам нужно побыстрее ослабить обереги. Так. Ладно. Окей, он не за нами. Идем дальше. Так, где береги-то? А наверху, наверное. Так. Скелета. Так, погоди. Скелета можно искать, не? Нельзя. Только эта хрень летает. Это игрок. Что? Так, урна пуста. Компонент для создания предметов. Рецепт. Слабительный зеленый чай. Так, ну что, вот. Осмотреть. Окей. Разрушай, а я... Так, здесь вроде все, да?
Так, и второй там где-то находится. Ты идешь, женщина? Он все как-то пропадает, меня пугает. Так, сикось-накось уходит как-то. Так. Давай. Минутку я пере... А, ты хилить меня можешь. Отлично, это здорово. Катакомбы открыть. Почему я не могу открыть катакомбы? Ладно. Так, рубим. Есть. Так. Кстати, в этой игре я... Ой. Я, по-моему, стамина не так важна. Так, лучника валить. Валить лучника. На, давай, вали его. Вали. На, отлично. Так, тут что? Тут, конечно, можно порыскать. Да господи. Тумбочка. Отмычки. Урна. Природная вода. Так. Да господи. Природная вода. Ну ладно, погнали. Да опять ты, ладно, пробежимся. Короче, они просто спавнятся по-черному. Тут не надо. Так. Паук придет свою сеть вокруг жертвы. Так, отлично, уровень повышен. Давай же. Очищай оберег. Так, уровень повышен. Уровень потом надо будет прокачать. Войдите в центральную цитадель. Ладно. Пойдемте. Пойдем сейчас в центральную цитадель. А вот теперь я могу открыть катакомбы. Во. Зашли. Народ тут, кстати, бегает. Народу много. Так, разрушить барьер. Оу. Так, нужен, короче, ключ, чтобы пройти барьер. Так. Попробуем все пока потыкать. Так, центральные руины. Похоронные обряды в храме. Обмывайте тщательно, оберите с уважением, запишите с любовью. А, оберните с осторожностью, закрывайте с почтительностью, разверните к центру, пусть душа успокоится. Да. Так, здесь что у нас? Загадка или как? А, вот и загадка. Рулерион подписано. Так.
Значит, где первое? Эти катакомбы. Ладно. Так, а они что, двигаются или как? Так, смотрите. Пустой, желтый наверху, полный, желтый внизу. Давайте так, пустой. Пустой. Желтый наверху. Желтый внизу. Полный, точнее, и желтый внизу. Все. Ну, понятно, здесь загадка была. Барьер пал. Так, барьер нужен, нужно поговорить. Ну давай, Гатвин. Когда мы зашли в храм, этот скелет отзывался о Руэлине так, как будто он в серьезной опасности. Я не позволю местным угрозам разлучить меня с учителем. Но он слишком важен, чтобы его терять. Наверное, нам следует обдумать прежде, почему он так важен. Доминион возлагает надежды на здравомыслие Рурелиона. Он обучил различным чарам бесчисленное множество учеников, в том числе некоторых советников моей королевы. Кого роль на вторжении? Он залог нашего будущего успеха. И сделаю все возможное. Спасибо, нам нужно идти. Окей. Это вот он. Мы нашли камень скорби на этом пятисе. Стой, что он здесь делает? Ты что тут делаешь? Такие большие уши, и ты все еще не слушаешь. Похоже, тебе нужно немного преобразиться. Было время, когда звук голоса Ульдора внушал ужас многим тысячам. Такой Ульдор. Что ж, это я. Я Ульдор. Я смотрю, твои доминионские учителя ничего не знают о моем народе. Мне не стоит сетовать на твое невежество. Вы, глупцы, покончили с веками рабства, когда убрали камень скорби. Что именно такое камень скорби? Не думай об этом проклятом синем камне. Я планирую восстановить и прославить свой гардероб. А Рурелион, посмотри-ка на этого парня, какой нарядный и яркий. Я могу использовать его чаще. Но мне нужен еще рулон шелка на изысканное облачение. Освободи его сейчас же. Ох, я думаю, оставлю его себе, по крайней мере, на то время, пока мой ритуал призыва проходит сквозь него. Видишь, мертвецы такие бежевые. Но я готов украсить себя сотнями цветастых нарядов, чтобы собрать самый красочный из всех на Орлином взморье. Я не могу позволить тебе. Тогда утони в море костей. Нам нужно... Я уничтожу костяные столбы, если ты остановишь нежить в бухте. Какие костяные столбы? Ладно. Ну, и что? Пойдем к следующему. Так. Так, пошли к следующему. Короче, нужно уничтожать столбы, да? Вот эти вот. Ребят, если вы думаете, то, что я не прочитал ваши комментарии о том, что... Ну, просто дело в том, что я снимаю в один день все. И, возможно, не прочитал какие-то ваши комментарии. Вы уж извините меня. Так. И последний столб. Ну давай, выключай его. Пошли поможем учителю, я следую прямо за тобой. Ну давай. Точно следуешь? Ты что-то как-то плохо выглядишь. Уй! Так, вставай. Silence. None command of Aldor.
Так, за ним. Идем в главный зал. Что-нибудь украсись. Так. О. А можно я вот тут обойду? На. На. На, на. На, давайте завалим этого Бэтмена. Бэтс, я поймал тебя. Так, нам, значит, куда? Туда пройти. Так. Иди сюда. Так. Забрали все, там хилы эти были. Хилки. Есть. А вот и я. Я приказываю тебе именем слезы двух лун. Возвращай свою темницу. Ага. Это не задержит меня надолго. Отправил его. А вот. Ты помогаешь Гатвин, да? Прошу тебя, отключи эти ловушки, чтобы она могла добраться до нас. О, ладно. Так, отлично. Теперь поговорим с ним. Несмотря на все мои знания, власть Ульдора надо мной не имела границ. Без твоего своевременного вмешательства я стал бы более чем марионеткой. Ты ранен? Ранен? Ранен лишь моя гордость, но у нас есть более важные дела. Как Ульдор может читать мои мысли, так я могу читать его. Он собирается сокрушить и поборотить гнездо Кинаарты. При помощи Орды Нежити к восходу солнца. Как это возможно? Ульдор был могучим, мерзким чародеем, который научился отделять свою душу от тела, и даже после смерти он может носить сотни безвольных тел сразу. К счастью, я знаю, как его ослабить. Какая слабость? Бесконечная вода камня скорби призывает дух Ульдора к его телу. Когда Эласил забрал камень скорби из храма, Ульдор оказался свободен. Небрежный мент и Эласил опять привели к моей смерти. Чуть не привели к моей смерти. Нам надо ставить темницу. Эти кристаллы фокусируют силу камня. Ульдор заставил меня собрать их из гробницы. Я предложу Гатвин забрать камень скорби из Орлиного Зморья. И в это время мы установим темницу Ульдора. Достаточно просто. Это центр этого древнего каджитского храма. После тирании Ульдора морские гадюки отдали камень каджитам, и он стал ключом к его темнице. Не грозит ли мне оказаться одетым? Нет, именно поэтому в гробницу вводилось только мы. Когда он увидел тебя моими глазами, он понял, что не сможет надеть тебя. Это убьет его. По какой-то причине он боится тебя. Если он не может влиять на меня, то лучше войти в гробницу одному? Нет, мы должны войти вместе. Хотя он не может надеть твое тело, он легко уничтожит тебя своей магией. Только лишив его возможности сосредоточиться, мы сможем надеяться на победу. Теперь Ульдор встретится со мной лицом к лицу. Так, Гатвин. Так, Рулея нужно, чтобы Ульдор слился в него, в этом его план. Они оба будут навечно запечатаны в гробнице, но есть другой способ запечатать меня. Почему ты должна занять его место? Рулиан слишком важен для Доминиона. Мы не можем его потерять. Кроме того, мы же видели, как ритуал призыва ослабил моего учителя. Я ничего не знаю об этом. Прошу тебя, помоги убедить Рулиана. Я сразу же останусь в гробнице ради своего учителя. Ульдор – угроза для всего полуострова. Голос говорил, не верь ей. Мне нужно узнать, что думает Рулиан, прежде чем принимать это решение. Я не буду верить ей. Гатвин хочет остаться. Это безумие. У меня за плечах столько лет. Больше всего мне нравится наблюдать, как Гатвин расцветает, становится той, что посмотрит на меня. Нет, она должна установить камень скорби. Мы должны с тобой встретиться. Я запечатаю тебя. Тогда мы должны тратить время впустую. Я готов. Ты не можешь сделать этого, учитель.
Так, в таком случае мне посланить ко мне скорбь. Прощайте, Рурелион. Так, я знаю, Готвин, я знаю. Так, ну что у нас? Погнали наверх. Идем в гробницу. Ребят, мне вообще шикардосно нравится. Мне реально нравится все здесь. А вам? Как вы находите? По-моему, очень даже круто. Так, только единственное, что... Здесь, о, колечко. Давайте посмотрим, что у нас есть. Просто колечко. Аксессуар. Ну, а что бы не одеть? Типа, по оружию. По броне. Ошейник из костей. Так. Наплечники. Тяжелые наплечники, да? Ага. Это, а, вот этих, подожди. Но у этих лучше с защитой. Так. Рубашка. И есть зелье, есть рецепты. Так, ладно, если там что-то уже происходит. А, это дядечка зашел. Ну окей, ладно. Я не стану одевать отравленный наряд. Я осознал, что способна наша объединенная сила, Ульдор. Я с радостью передаю в твои руки. Я знал, что могущество соблазнит тебя. Это хорошо. Так. Положить слезы на пьедестал. Так. А где пьедестал-то, господи? Ух! Валим. Так, короче, одну положили. Так, я вроде положил все. Еще одну. Есть. Положил. Еще одна. Есть все. Нет? Так. Быстрее, я чувствую, какой Ульдор становится все сильнее. Поспеши, расскажи Гадвин о нашем успехе. Но не оплакивай меня, друг. Моя жизнь прошла не напрасно. Многие могут похвастаться тем, что с тобой будет. Ульдор будет использовать меня, полагая, живое тело лучше пыльного старого скелета. Я надеюсь, что у меня будет больше времени на размышления. Но я не подозревал, что будет вот так. Прощай, друг мой. Ты тот, на кого должен равняться Доминион. Прощай, Релион. Окей. Выход там. А, простите. Выходим. Так, это кто? Это Гатвин. Все кончено, да? Рулин заперт внутри с этим чужовищем. Рулин спас всех жителей этого острова. Прости меня. Нельзя допустить, чтобы Ульдор разгуливал на свободе. Что-то нужно было сделать, чтобы ты сумел увидеть то, на что не видела я. Что ты будешь делать? Я прослежу, чтобы камень скорби постоянно охраняли. Мне нужно подготовить подробный отчет, чтобы Доминион осознал, насколько опасен Ульдор. А как же Рурелион? Что насчет него? Копание в прошлом никогда добра не доводило, но Рурелион жив, а значит, надежда остается. Он великий человек, неважно, сколько это займет, я найду способ вызволить этого монстра. Завершить задание. Прости меня, ты только сделал, чтобы помочь незнакомке. Никогда этого не забуду. Я могу открыть портал в двор храма, если пожелаешь. Да, буду очень благодарен. Хорошо, скоро дверь закроется. Погнали. Так, друзья, мы, кстати, левелап не прокачали, да? Так, отлично, нам двери храма нас пустили. Ёперный тятер, а? А, ну это все, я понял, это... Нас туда просто швырнуло. Давайте пройдемся. А, ну тут, видите, для меня все изменилось.
духов нет. Духов нет, теперь это место чистое. Круто. Круто, то есть для меня это место теперь чистое. Так, и нам нужно собрать ритуал резонанса и собрать дневник. Так, ладно. Пойдемте. У нас новый лук. Блин, ребят, ну на самом деле для ММОшки графа очень клевая, сюжет интересный. Мир, это The Elder Scrolls. Что тут говорить, да? Смотрите. Шикардос-то какой, а! Прокати меня, прокати. Это игрок едет. Ух ты. Ух ты. Так, добавить друзья, пригласить группу, отправить сообщение. Классно. Это кто умер? Каджит какой-то мертвый лежит. Ладно. Знание, сила. Я понял. А что ты, к чему ты это говоришь? Ну ладно, пойдем туда. Ну, вы знаете, очень красиво, да? То есть вот, если Скайрим мне не нравился своим холодом, то в The Elder Scrolls Online мне сейчас нравится. Тепло-то хорошо. Нас ждет откровение. Вон книга лежит. Ритуал резонанса. Фух, тяжелее, чем я ожидала. Посмотрим, чего она стоила. Грабительница. Убийца. Умри, смертная. И сейчас, и никогда. О, интересно. А что это за кокер здесь? Железная руда, давайте добудем. Классно. Так. И овечек можно убивать, смотрите. Прикольно. Так, ну, не вижу в этом смысла, но не верь ее лжи. Чьей лжи? Это... Ух, там гарпии. Гарпии висят. Давайте обойдем. Так, я предлагаю взять еще одну, ну, книжечку. Посмотри, что с этим будет. Наверху гарпии, прикольно. Так, у нас Каджит устал. Так, не туда куда-то, да? Нет, туда. Все правильно иду. Ну ладно. Собрать дневник выше. Ага, вот он. Знание, сила. Понял. Так, что тут будет происходить? Наконец-то. Бейзе Джо найдет эту легендарную кисть. Что? Что это? Прошу тебя, не надо. Каджит не будет смотреть. Каджит не будет смотреть. Убили, книгу он здесь уронил, да? Так, окейшки. Найти разрушенный храм. Но нам сейчас в другую сторону. Нам сейчас в ту сторону, да? Проверить морских гадюк. Пойму. А, ну все правильно. Нет. Ребят, смотрите, карта-то какая, да? Я сейчас только здесь. Вот на маленьком островке. Очуметь. Так, не туда.
Каджит идет куда надо? Нет, каджит не идет куда надо. Так. А это что? Проверить морские гадюк. Ну, мне на черный знак. А, ну черный это не выделенный, да, как бы? Ладно. Давайте пойдем в ту сторону. Все-таки сюда нам и нужно, по идее. Блин, да чего же прикольно? Да чего же прикольно? Бабочку взять можно? Крыло бабочки, части насекомого. Наверное, для зелени нужно. Так, здесь порт, да? Мы просто по дороге пойдем. Отмель погибших кораблей. Ну да, нам сюда. А это что у нас? Храм Анса Двухлик. Окей. Так, ну давайте посмотрим морских гадюк, проверим. Сержант? Эй, ты не видел мой отряд? Я не понимаю, о чем ты. Мы плавали в малом алкаше в составе флотилии Доминиона к берегам гнезды Кинатри. Внезапно из ниоткуда нас обрушился ураган. Провоса провались, в корпусе образовалась пробоина, членов экипажа выглянула за борт. Я добралась отсюда, но остальных членов команды найти не могла. Они выжили в урагане. Мне показалось, что я слышал крики одного из них. Но шум океана искажает звуки. Если не раненый, их придавил обломками. Может помочь мне найти моих солдат? Они отзываются по имени Элдорас, Англаон, Нистель. Вдвоем мы сможем расширить зону поиска. Я помогу найти твою команду. Я уверен, что они могли добраться до берега. Море постоянно тщетно пытается утопить морских пехотинцев Доминиона. Но ураган... Что? Так, что мне делать сразу? Целебным зельем. А элит создания... Прижимость создания из зубов, как тебе бесконечного голода. Я слышал крики на побережье. Я его дам твоей команде. Удачи, сделаешь мне одолжение. Ладно. Так. Бочки, мешок с водой. Так. А вот эти крабики какие-то. Так, так, так. Сержант послал меня. Она жива, хорошо. Волны удари меня корабль сам не сам опять. Как не доберусь, мне больно разговаривать, поэтому прекращаю болтать. Отправлюсь на поиски других членов команды. Окей. На, каджитик. Оп, нет меня. А вот и я. Давай, бей его. Так, мана заканчивается. Ух ты, штанишки нашел. Так. Штанишки. Новые штанишки, это хорошо. Так, где же может быть вот дядечка? Сержант, у тебя поможет светлячковая. Светлячковая патока тебе поможет? Я ее нашел для тебя. Так, светлячковая патока, все, и там еще один, да, где-то там еще один,
Вот одному не дали светлячковые патоки, конечно. Окей. Значит, что у нас здесь осталось? Отправиться в пещеру и найти разрушенное. Так, а что мне нужно сделать? Исследовать место под названием «Отмель от погибших кораблей». Ну, исследовал я, и что тут найти я должен? Должен ли я найти здесь что-нибудь? Давайте подумаем. Да отвали ты! В принципе, конечно, стоит полазить по кораблям, возможно, мы найдем что-то интересное. Так. Каджит умеет плавать? Каджит умеет плавать. Так, там припасы какие-то. А вот что-то красный камень какой-то, может быть. А, это не красный камень, это просто рунный камень. М-м-м. Какие-то штуки. Превосходный грабитель. Так, что у нас тут? Угу. Здесь у нас ничего. Так, друзья. Так, злокрысов обыщем. Бочки пусто, сундук. Давай за отмычку сломал. До конца. Блин, я что-то не понимаю, как эти замки скрываются. Да... Прекрати ломать отмычки. Так. Во, нормально. Хорошо, лук хороший. Ну-ка, хороший, нормальный. Золото, колечко нормальное. Так, эпический обладатель. Давайте посмотрим, что мы тут. Колечко взяли. Защита. А, ну это ладно, зеленая вещь, но она так все. Оружие. Отличный лук. О! А вот это еще восстанавливает 500 здоровья. Хм, интересно. Так, у нас, кстати, не так много места осталось на это все. Но довольно-таки у нас пока все норм. Так, там еще... Сундук средний. Ой. Есть, открыл. О, наручи и ботиночки, да? Наручи. Ботиночки.
Слушайте, ну нормально, Каджи живет. Каджи живет хорошо. Так, это все можно будет продать потом. Так, давайте посмотрим бочки. Рыбий клей какой-то. Так, давайте бабочку. Ловить рыбу. Ага. Так. Как это происходит, интересно? Использованная наживка. Блин, но он же... Так. Давай еще. Собрать, во-первых, мешок с водой. Так. Гусеничка. Ну, давай гусеничку. Попробуем выудить. Поймай хоть одну рыбку. Было бы интересно, да? Да ладно, не пойму, как рыбалить. Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, друзья, ну что, на этом, в принципе, наверное, закончим. Закончим наше видео. Так, нет, нам надо еще туда сплавать, потому что там камень был. Вот, соответственно, закончим наш ролик. С вами был Артем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам нравится, потому что мне реально что-то зацепило прикольная вам муха. Играть прям одно удовольствие. Вот. Так что ждите, друзья, ждите продолжения. Вот, я надеюсь, вам тоже интересно, тоже нравится. И, соответственно, вы сможете... Точнее, смотрите с большим-большим удовольствием. Ну что ж, друзья, всем до встречи. Всем пока. Не забываем подписываться, приводить друзей и предлагать свои игры в комментариях. До новых встреч, друзья. Пока-пока.